Модель мальтиец, Вашерон Константин, механизм 1920-х годов, полностью ручная работа, золото, серебро, вороненые стрелки бреге, корпус из золота, 585-й пробы, пробник также здесь стоит. И сейчас более подробно расскажу о этой модели. Значит, здесь, как вы видите, здесь нестандартный корпус, что-то похожее на Rolex, возможно, там, где идет защита заводной головки, что-то подобное, как Patek Philippe Nautilus, но это не оно, ну, то есть, корпус своего рода такой эксклюзивный, такой, у которого нету в других часах или других часовых моделей, то есть это не какой-то там клон, а полностью, то есть мы изначально проектировали корпус, и клиент захотел сделать защиту для заводной головки. Изначально мы отнеслись с сомнением к такой идее, но позже, когда мы это уже сделали, вот я сейчас держу это в руках, и выглядит это достаточно достойно и интересно. Значит, корпус сделан из золота 585 пробы, диаметр, кажется, 41 мм. Циферблат – это серебро, и вот здесь, где вы видите золотые линии, это всечка из золота. То есть берется серебряная пластинка, она полностью вручную вырезается, и дополнительно мастер делает такие канавки, ямки, и туда вбивает золото. И это все сделано из золота. Модель очень интересная. Смотрите, здесь идут вороненные стрелки бреге, такие синего цвета. Ремешок крокодил черный. Также здесь бакля из золота с крестом, также вашерона. И здесь покрытие черным родием полностью всего механизма. Посмотрите, какой красивый механизм. Насколько здесь все. Все это сделано вручную, в единственном экземпляре. Мы сделали под клиента. Я дополнительно сниму видео по фотографиям, как я уже делал разбор механизма. То есть изначально от самого эскиза, потом какие процессы были выполнены, и расскажу подробнее об этом проекте. В целом, то есть часы сейчас приехали ко мне в Чехию. Я сейчас буду паковать и отправлять. Вот так они выглядят на руке. Как по мне, очень интересно. Того, чего нету у других. Это не масс-маркет. Полностью эксклюзивная индивидуальная модель под нашего клиента, которая будет его радовать. В целом, мы были тоже очень рады сделать такую модель часов, так как было очень много нюансов по этой модели. Вот так поближе вам покажу. Сам циферблат. Сам механизм. Если вы хотите что-то подобное, у нас достаточно много механизмов для индивидуальных проектов. Можете написать нашим менеджерам или оставить комментарий, чтобы мы с вами связались, и мы подробнее расскажем о том, какие механизмы у нас есть в наличии. В целом, мы можем под заказ сделать любые, то есть практически любой бренд, и сделать часы под ключ, то есть по вашей идее. Вы нам говорите вашу идею, наш художник реализовывает это в часах, вы ее утверждаете, и мы начинаем делать проект, как было сделано с этими часами. Такая интересная модель.